भद्रम कर्णे भीक्ष्णुयाम देवा भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवांसस्तनूभिः व्यशेम देवाहितं यदायुः स्वस्तिना इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्तिनः पूषा विश्ववेदाः स्वस्तिनस्तार्क्ष्यो अर्ष्टनेमि स्वस्तिनो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। Alright, вот наш третий вопрос. Мы дошли до третьего вопроса Прашны Упанишад. И вот Атхайнам Каусальяшва Ашвалаянах Папрача. Каусалиха Ча Ашвалаянах Папрача. Бхагаван, куда эша прана джаяте? Катхам аяти асмин шарире атманам ва правибхаджа катхам пратиштхате кена уткрамате катхам бахьям абхидхатте катхам адхьятмам эти. Такой всеобъемлющий вопрос. Тогда Каусалья Ашвалайна спросил его: откуда рождается это дыхание? Как оно входит в тело? Как, разделившись, оно утверждает себя? Каким путем оно уходит? Как защищает оно внешние объекты? Как, относящиеся к телу? Ну, я бы так не переводил, честно говоря, вот эти последние два вопроса. Катхам бахьям абхидхатте. Шривинда по-другому совершенно переводит. Как оно утверждается вовне и как оно утверждается внутри. То есть, как оно удерживается внутри и вовне. Это еще и по-другому можно перевести. Когда прана, потому что здесь связано с тем, что она уходит из тела, да? Как, разделившись, она утверждает себя, как она уходит, а потом сразу после этого кена уткрамате, как она, чем она уходит. А сразу за этим катхам бахьям абхидхатте, и как она утверждается вовне. То есть, когда прана уходит, как она утверждается вне тела. Катхам адхьятмамити, и как она утверждается в самой сущности, в самой центральной сущности нашего существа, в атмане. Духовном, в духовной сущности, как она утверждена там. То есть, как она выживает вне тела и как она утверждается в духовной сущности. Это еще и так можно перевести. Почему-то Сыркин совершенно потерял смысл. То есть, в этом... Ну, может быть, потому что он... Его не интересуют эти вопросы по существу. Он пытается перевести слова. Ну, посмотрим. Может быть, я и не прав. Может, разберемся сейчас. Вполне может быть, что это тоже имеет смысл, хотя я большого смысла в этом не вижу. Каким путем уходит прана и как защищает она внешние объекты? Зачем защищать внешние объекты, если она уходит уже? То есть по связи с мысли, в принципе, должно быть, как она утверждается вне тела, из которого она вышла,
и как она утверждается в духовной сущности. Это имеет больше смысла. Ну, вот такой вопрос. Ашвалаяна, это один тоже из великих риши. Многие из Калпаведанги приписываются ему сутры, Дхарма-сутры и Калпа-сутры по ритуалам. Ну вот, давайте посмотрим, что ответит наш Пиппалада Риши. Тасмай саховача. И он ему сказал: а ты прашнан пречаси, слишком много ты спрашиваешь. Бхиштхоси ти тасмат техам бравими. Брахмишта, да? Но из-за того, что ты лучший из брахманов, поэтому я тебе расскажу. Ты задаешь чрезмерно трудные, он добавляет, вопросы. Здесь нету слова трудные. Просто много спрашиваешь, а ты прашнан, слишком много вопросов задаешь. Но ты больше всех предан брахману, брахмиштха, наиболее брахманический, и поэтому я скажу тебе: тасмат техам бравими. Атмана еша пранах джаяте. Вы помните, мы с вами в прошлый раз обсуждали, откуда действительно эта прана является, почему она является такой мистериальной. Это есть воплощение духа здесь, в материи или в природе. Ну вот здесь как раз он и об этом и скажет. Она рождается из сущности, из духа, атманах. Не из брахмана, потому что брахман и атман, они идентичны. Да? Атман – это просто сознание, самосознающий себя брахман. То есть из духовной сущности рождается жизненная сила или дыхание. Ятха иша пуруше чая, как это тень в пуруше. Да? Это смин, этот ататам, манокритена аяти. Асмин шарире. Это дыхание рождается из атмана, подобно тени в человеке. Простерто это дыхание в этом атмане. Благодаря действию разума оно входит в это тело. Мано критена аяти асмин шарире. Здесь что-то очень важное сказано. Которое сразу не видно. Вот здесь Сыркин добавляет такую фразу. Подобно тени прошлых действий. Это его такое понимание кармы, понимание того, что как воплощается душа и как она притягивает ту кармическую основу, которую когда-то пережил человек в прошлой жизни. Я думаю, что это все здесь совсем не имеет никакого смысла. Здесь сравнение идет не с какими-то кармическими прошлыми переживаниями, а именно вот это видение, как, каким образом прана налагается на тело. То есть тело, и это одна вещь, то есть это сущность. А вот прана – это как бы тело в теле, как тень, неотъемлемо от тела. Помните, как Питер Пен пытался поймать свою тень, да? То есть тень от него убежала. Он ее снова пришил к своим этим стопам. То есть пришивал тень к своим стопам, чтобы она от него не убегала.
Что-то подобное этому здесь сравнение, это подобно тени в человеке. Это нечто, которое, или тень, чхая, это не обязательно темная тень, это может быть рефлексия или проекция. Это как будто бы светящееся тело в теле, да? Тело как аура, которую можно увидеть. Как будто бы аура, которая растянута ада там, да, в человеке. Она входит в это тело манокритена с помощью ума. То есть с помощью разума витальное тело находит свою обитель в физическом теле. Или в физическом теле утверждается или распространяется. Тобто подобно тени прошлых действий. Прошлых действий нужно опустить в человеке. Простерто это дыхание. Этот ата там. Подобно тени в человеке, оно присутствует в нем, как жизненная сила, как нечто, как второе тело. Но у нас есть эта идея не многих тел, да, есть у нас коши или тела, которые воплощают разные силы. Материальная сила это аннамая коша или пуруша. Потом прана-майя коша или пуруша, мано-майя коша или пуруша. То есть тела. Тела, у них есть своя субстанция, они одно в другом пребывают. Это сравнивается с тенью или проекцией. Об этом же говорит и Тайтирия Упанишад, если вы помните, что одно и то же тело имеет свою другую сущность или субстанцию. То есть пуруша-видда в той же самой форме пуруши. Как и физическое тело, за ним стоит витальное тело, тоже с руками, с головой, со всем набором, да? Всем набором телесных функций и органов, так сказать. Но уже на праническом тонком уровне энергии. То есть все наши органы, все наши руки, голова, глаза, все имеют определенный свет праны. Да? Проекция, как чхая, она вся сияет. Наше физическое тело сияет теплотой и энергией пранического тела внутри. И когда это праническое тело уходит, то физика распадается на составные части, она не может выжить, потому что именно это праническое тело удерживает эту физику и дает ей возможность существовать, функционировать. Да? Все функции тела связаны именно этим праническим телом энергетическим, который дает ему жизнь. Эта жизнь приходит в момент рождения. Человек вдыхает, начинает жить отдельно от матери и продолжает дышать до последнего выдоха. И когда он в конце своей жизни выдыхает и больше не вдыхает прану, то вся праническая система уходит из физики, из физического тела, и физическое тело распадается на составные части. Но входит она в это тело с помощью манаса, манокритена. Ну и вот четвертая шлока. Ятхасамрад эва адхикритан винеюнкте
этан граман, адхитиштхасва, ити. Эвам эва, эша пранаха, итаран пранан, притхак эва, самнидхатте. Подобно тому, как владыка приказывает слугам: управляйте такими-то и такими-то деревнями, так и дыхание по отдельности распределяет по своим местам остальные жизненные силы. Но мы знаем, что у праны есть много различных сил. Существует около 72 тысяч пран, да, которые существуют, нади, потоки, жизненные потоки, которые управляют телом. И из них 5 основных пран, о которых будет здесь говориться, мне, я так полагаю. So, Ятха Самрат. Самрат – это император, да? Ива Адхикритан Винеюнгте назначает определенных, так сказать, ответственных Адхикритан. Итан Граман. Адхитиштхасва, управляй этими деревнями или этими деревнями управляй. Эва-мева, таким же образом, эша пранаха, это прана, и таран пранан, другие праны, притхак-притхак, эва, одну за другой назначает самнидхатте. Назначает на определенные функции. Окей, давайте посмотрим, какие это функции. Пятая шлока, пятый параграф, извиняюсь. Паюпастхепанам чакшухшротре мукханасикабьям пранаха своем пратиштхате мадхету саманах эша агьетад. Не вижу, что здесь написано. Гетад гутам аннам самам наяти, тасмад этаха савтарчишо бхаванти. Ну вот описаны 3 основные праны, будут еще 2 в следующем параграфе. В заднем проходе и в детородном органе. Паюх – это как раз вот анус, а упастха – это как детородные органы. Апанам – апана или выдох находится как раз в этих 2 центрах. Эти 2 центра важны нам тоже как кармендрии, потому что они как раз отвечают за обмен с внешним миром. То есть обмен происходит через пищу, которая, собственно, все, что не нужно в нашей системе, возвращается в природу как ресурс, да? Как материя, выбрасывается из нашей системы. Когда мы набираем достаточной энергии, мы все остальное выбрасываем. И этим занимается апана. Апана выдыхает. Это с выдохом мы выбрасываем все лишнее из нашей системы. И с этим же выдохом, интересно, мы зачинаем. То есть зачатие происходит, выброс семени происходит с тем же самым выдохом. Этот выдох, он связан со смертью. То есть умирание происходит каждый раз, когда мы выбрасываем то, что нам не нужно, и когда мы зачинаем, выбрасываем семя, тоже мы умираем. Человек умирает в этот момент. И об этом говорится не раз в различной литературе, и мать об этом говорит каждый раз, как только мы производим этот акт сексуальный,
и выбрасываем семя, то каждый раз человек подходит все ближе и ближе к смерти. Это его путь к смерти. То есть он отдает свою жизнь в будущее, это семя начинает воплощаться и жить. Таким образом он распространяет себя, да, или удерживает свою жизнь в пространстве и во времени, а сам при этом умирает. То есть отдача своей жизни в будущее, так сказать. Ну и также такая же идея происходит с выбрасыванием всего, что в нашей системе не нужно. Это тоже своего рода смерть. То есть умирание той субстанции, которая была в нашей системе, сейчас она уходит и умрет. То есть вот она апана. Чакшух шротре мукханаси кабьян, то есть в глазах, в ушах, то есть видение, слышание, в слове мука во рту и в ноздрях, то есть в носу. То есть это наш рот, нос, глаза и уши. Прана находится. То есть прана, пранический вдох, наша жизненная сила, оказывается каким-то образом связана с этими основными четырьмя функциями. То есть рот, нос, дыхание, глаз и ухо. Заметьте, что слово – это тоже рот, не только еда и дыхание. То есть вот они, наши четыре основные функции на голове, пранически. Своям праты штате, она вот сама по себе пребывает там. Мадхету саманах, а внутри нашего тела находится самана. Эша гьетад гутам аннам, и она эту предложенную пищу самам наэти распределяет равным способом. Поровну распределяет во всех частях тела. Тасмат этага самарчишах бхаванти. От этого возникает сапта арчишах, семь языков пламени, семь огней. То есть семь энергии, которые, собственно, перетравливают пищу. Давайте глянем на следующий, оно нам объяснит, продолжит эту же тему, о чем идет речь. Шестой параграф. Гриди еша атма. В сердце находится этот атман. Атрайтад экашатам. Надинам, тасам, шатам, шатам, эка-экасьям. Два саптатих, пратишакха, нади сахасрани, бхаванти. Асу вьяна шчарати. Вот описание вьяны, еще одной праны. Этот атман находится в сердце. Здесь одна артерия, атра, этот, экашатам, 101 артерия, надинам. Артерия – это нади с церебральным д, поток или артерия, хорошее слово. Тасам, шатам, шатам, экайкасьям. И из них, у каждой из них по 100 меньших артерий. А у каждой из этих по 72 тысячи ответвляющихся артерий. По ним движется дыхание, разлитое по телу. То есть дыхание, разлитое по телу, вьяна, та, которая движется и оживляет все члены нашего тела. Руки, ноги и так далее. Когда у нас затекают ноги или руки, это как раз, что вот прана не может добраться до
То есть мы что называем, что кровь, да, не доходит, а по существу это, то есть идет отключение праны. Прана с потоком вот этих артерий, может быть, капилляры, вот этого крови, циркуляция крови в теле, циркулирует и прана, жизненная сила. И это вьяна называется. Вьяна присутствует во всех частях тела, постоянно движется. То есть ви-ана. Ана – это дыхание, ви – распространенное повсюду, да? Во всех направлениях дыхания. Если прана – это дыхание вперед, так сказать, праана, то есть апана – дыхание вниз или прочь, дыхание прочь. Да? Самана – это дыхание собирательное, сам вместе, да? Дыхание вместе. Перераспределение пищи как энергии по всему телу. И вьяна – это распространенное дыхание повсюду, во всех направлениях. Вот такое огромное количество артерий. 101 артерия здесь из сердца, из каждой из них по 100 меньших артерий. У каждой из этих по 72 тысячи составляющих артерий. То есть количество такое немыслимое артерий. Не буду подсчитывать. Считается в целом, что существует 72 тысячи вот этих потоков энергетических в теле. Ну вот, седьмая часть. Атхайкая урдва уданах пуньена пуньям локам наяти папена папам убхабьям эва манушья локам. И по одной из них идет вверх дыхание. То есть это удана, урдва удана, наяти, идущие вверх. Экая по одной. Да? Благодаря доброму действию оно ведет человека в добрый мир. Пуньям локам наяти пуньена. Благодаря злому в злой. Папена папам, благодаря обоим вместе в мир людей, убхабьям эва манушья локам, наяти, ведет. Вот такая удана. В принципе, удана – это уникальная прана, которая фиксируется или которая сосредоточена в горле, в горловом центре. Она, как правило, это она работает как диод, то есть пропускает лишь в одну сторону, то есть она не пропускает силы, которые поднимаются снизу выше вот горлового центра. Поэтому, когда мы слишком сильно переживаем что-то или страдаем от чего-то, у нас всегда вот как бы горло болит, да? В горле боли, и мы начинаем плакать, то есть давит, сдавливает в горле. Это из-за того, что удана, собственно, не позволяет этим энергиям подняться в голову и выше головы. То есть каким-то образом, наверное, она нас предохраняет от того, что могло бы с нами произойти, если бы эти пранические силы поднялись выше. Но она также ответственна за отделение нашего витального тела от физического. И когда мы умираем, в момент смерти мы чувствуем вот это давление в горле. Или нас начинает першить в горле. Да? Мы хотим, так сказать, как правило, просят последний раз стакан воды или что-то в этом роде попить перед уходом.
Из-за чего? Почему попить? Потому что вот как раз удана активируется, она уже начинает отделять витальное тело от физического, и люди чувствуют вот эту вот жажду в горле. Просят попить. Даже Иисус просил, чтобы ему дали выпить воды, и ему дали вот это прокисшее вино вместо воды. И после этого он покинул тело. Вот удана, она ответственна за это, за наш смертельный уход. Ну вот, еще возьмем тогда 8 стих. Адитьо хавай баях пранах. Удаяти эша гиенам чакшушам пранам ануграхананах противям я девата сайша пурушасья панам абаштабья антара яда кашаха сасаманах ваюр вьянах. Идет такая идентификация всех пран с различными космическими силами. Поистине солнце поднимается как внешнее дыхание бахьях пранах, ибо оно поддерживает жизненное дыхание в глазу удаяти. Восходит эша генам чакшушам пранам анугрыхнана. Она поддерживает как раз прану в глазу. То божество, которое в земле укрепляет в человеке дыхание, идущее вниз. Притхивьям я девата, сайша парушасья паанам абаштабья. Антара яда кашаха сасаманаха. И то пространство между солнцем и землей, общее дыхание самана, ветер, дыхание, разлитое по телу, в янах. То есть ветер ассоциируется с вьяной, то есть с дыханием, которое разливается по телу, оно как ветер движется в различных направлениях. Акаша – это пространство, это то, что, собственно, удерживает наше внутреннее существо, распределяет энергию поровну по всем частям, праническую энергию, самана. Наше дыхание вниз или прочь поддержано божеством в земле. Земля удерживается на нем. И прана – это то, что поддерживает нашу функцию видения, слуха, дыхание и говорение. Ну, вот эти 4 основные, о которых уже упоминалось в предыдущем абзаце. Ну и вот 9-я шлока. Тейджо ава уданах тасмад упашанта тейджах Пунар бхавам индрияйхи манаси сампадьяманайх. Поистине жар теджах, теджах ава, авай уданах. Это дыхание, идущее вверх. Поэтому тот, чей жар успокоился, тасмад упашанта теджах. Идет в новое существование с чувствами. Пунар бхавам индрия и манаси сампадьямана их, погруженными в разум. Вот это какая-то, да, здесь мистерия, которая вполне, которую невозможно интерпретировать без опыта. Это определенный опыт. То есть то дыхание, жар, который отделяет наше
витальное тело от физического, чей жар успокоился, он идет в новое существование. То есть, когда Удана поднялась ввысь и отделила наше витальное от физического, наше, она успокоилась, и человек со всеми своими чувствами, со всем набором своих видения, слышания, дыхания, касания, все эти чувства вместе с праной покидают тело, и он уходит как бы в новую форму, переходит в новую форму существования. Они все погружаются как бы в разум. Манаси сампадьямана ихи, индрия ихи. То есть все они каким-то образом в сущность разума, да, или в тело нашего манаса уходят и погружаются в него. Или перерождаются в нем, скажем так. Проявляется в нем, не перерождается, а проявляется в нем. Сампадьямана ихи, индрия ихи, манаси, пунарбхавам, снова свое чувство, свою сущность, свое становление, свою функциональность в манасе своей определяются. Трудно об этом что-либо говорить, это наверняка связано с покиданием тела. И вообще, может быть, даже с экстериоризацией в каком-то смысле, потому что когда происходит экстериоризация, тоже наши функции сознания уходят вместе с праническим телом. То есть мы начинаем видеть, слышать, общаться на тонком плане. То есть это связано с каким-то опытом экстериоризация или ухода из тела. Ну и вот здесь следующий стих, 10-й. Ят читта тена эша пранам аяти, пранастеджаса юктаха, сахатмана, ятха санкалпитам локам наяти. Какова его мысль, ят читтах? Каково сознание, перцепция? С такой мыслью он входит в дыхание. Тенайша пранам аяти. Пранастеджаса юктаха. Дыхание, соединенное с жаром, с этой уданой, да, которая отделяет наше праническое тело от физического, вместе с атманом, сахатмана, ведет его в представленный им в мыслях мир. Ятха санкалпитам локам наяти. То есть ведет его в тот мир, который он как бы проявил свою интенцию или свое желание, или свое... Он направил свою мысль в тот мир, и в тот мир он пойдет. Он пойдет туда, куда направила его внутреннее устремление. Я бы не переводил это как мысль санкалпитам. Это скорее то, что к чему устремился человек, что он хочет реализовать, чего он ищет. То есть то именно к тому и устремляется, к тому и направляет его, это удана.
то есть мысль или интенция, или устремление каким-то образом связано с праной, и прана поведет его туда, куда направилось его устремление. Я эвам видван пранам веда. Кто знает так, он знает прану. Нагасья праджа гияти амрито бхавати тат эша шлокаха. Кто, зная это, знает дыхание, потомство того не угасает, он становится бессмертным. Об этом такой стих. И дается стих из Писания. Как правило, это будет стих откуда-то из Вед. Утпатим аятим стханам вибхутвам чайва панчадха адхьятмам чайва пранасья виджняям ритам ашноте ити. Возникновение дыхания утпатим, его вхождение в телом аятим, его место пребывания стханом и разделение на пять частей вибхутвам чайва панчадха. Распознав все это, относящееся к телу, я бы сказал, относящееся к атману, адьятмам чайва пранасья, виджняя, распознав все то, что у праны относится к духовному месту пребыванию, человек получает бессмертие, амритам ашнуте ити, становится бессмертным. Как только он узнает и видит, что прана связана с нашей внутренней сущностью, не бессмертной сущностью, он становится бессмертным. Вот такой третий вопрос. Я здесь сейчас остановлюсь. Если у вас есть какие-то мысли, пожалуйста, поделитесь. Или вопросы, может быть, какие-то, или там, я не знаю, идеи. Как правило, идеи всегда есть, да? Есть чем делиться. Нечем, да? Разговоры о смерти, об отделении тела, все это такое очень... Нечего сказать. Придется принять это как есть. Сложные вопросы. Да. Ну, ничего вроде такого. Мы это больше как бы к земле, да? То есть это более такой менее духовный какой-то возвышенный вопрос. Это скорее вопросы о функциональности нашей пранической. Ну, как жизненная сила функционирует здесь и что она здесь делает. Как функционирует наше физическое тело благодаря пране, праническому телу. Анатомия духа. Вот, а тут вот есть в 8-м пункте интересная фраза, что то божество, которое в земле, укрепляет в человеке дыхание, идущее вниз. А что это за божество, которое так... привлекает это.
что, божество смерти, получается, да? Ну, смерть – это, наверное, такой большой, да, вопрос. Но это действительно смерть, которая является из Апаны. Да, и Притхиви связана с смертью, да. То есть... И в то же самое время Притхиви – это наше основание, на котором все манифестируется, да. То есть это та форма, конечная форма, которая должна образоваться. Ну, то есть и удержаться. Она не удерживается пока, потому и смерть. Да? То есть пока смерть правит в форме, форма не удержится бесконечно, не станет бессмертной. Поэтому наша форма постоянно меняется, развивается, умирает, снова рождается. Форма постоянно, постоянно меняется. Это и есть смерть. Это не так, конечно, на праническом и ментальном уровне. Там гораздо все проще, скажем так. Или можно удержать форму ментальную, можно удержать форму праническую, да, чувственную или эмоциональную, отдельно от изменения формы физической. Но форму физическую, ну, никак не удержать в последней такой бессмертной ипостаси. То есть она все время будет меняться и умирать. Пока, конечно, не произойдет последнее изменение. Здесь речь идет о бессмертии праны скорее, чем, да, чего-то еще. Вот это в конце указание на то, что когда прана соединяется с адхьятмом, с нашей духовной сущностью, когда человек узнает, что у праны есть связь с духовной сущностью, он становится бессмертным. То есть он должен узнать, что в нашем тонком мире есть связь с нашей нерожденной сущностью. Сыркин, к сожалению, его переводит адхьятму как связанное, нечто связанное с телом, относящееся к телу. К сожалению. Хотя действительно адхьятма в каком-то смысле связана с сущностью скорее, чем с телом, потому что когда мы говорим тело, мы подразумеваем всегда физическое тело. Это просто автоматически, да? А если бы более точно быть, то это, конечно, тело или сущность, и есть много тел, да? Одно из них физическое. То есть, если подразумевать самую сущность как я, да, как существование самой индивидуальности или сущности, то это и есть духовное пребывание души здесь, адхьятма, скорее, чем это телесное существование. То есть, здесь вот это, прочитать этот термин адхьятма можно по-разному. Он так вкратце ответил на эти многозначные вопросы. Вопросы были такие довольно интересные. Если бы он их развернул, ответ было бы тоже интересно услышать. То есть, где утверждается прана вне тела, бхагьям абхидхатте катхам, как она вне тела может утверждаться, и катхам адхьятмам, и как она связана с нашей внутренней сущностью. И в этом смысле последние два каким-то образом должны были ответить на эти вопросы. Ну, и он попытался здесь это сделать. Вот видите, когда вот это удана уводит наше все тело со всеми ее функциями, со всеми его функциями вовне, вне тела физического, да, то она ведет его согласно нашей интенции в те миры, куда наша интенция или наше устремление направило его. То есть она уведет его туда. Вот таким образом прана утверждается вне тела, через ум, через нашу мысль. Да? Это ответ на вот тот вопрос. И каким образом она связана с адхьятмой, вот здесь только он говорит одну такую вещь. Да?
что существа становятся бессмертными, когда, знаете, об этом есть такая шлока. А шлока такова, что возникновение, приход, удержание, распределение по пяти частям праны, на пять пран, познав связь праны с адхьятмой, с сущностью нашей, человек становится бессмертным. То есть очень краткий какой-то ответ. Можно было бы, конечно, больше сказать об этом. Было бы интересно узнать, как наша праническая сила, жизненная сила связана с нашей внутренней сущностью, с душой или с нашим нерожденным «я». Да? И как это определяет наше бессмертие. И так как прана явилась из атмана, из нашей внутренней сущности, то, безусловно, она каким-то образом связана с ней. И все наше бессмертие будет явлено как раз через праническую силу в новом свете или в новой какой-то ипостаси уже неразделенного дыхания, то есть единого. Когда дыхание прана становится единственным, и уже нет разделения на пять частей по телу, по разным функциям, тогда человек обретает бессмертие. То есть он становится единым со своей внутренней нерожденной сущностью, адхьятмой. То есть можно сказать, что прана является его внутренней сущности, жизненной силой, которая создает здесь бессмертие для нас. Здесь какая-то особая мистерия связи праны с нашей внутренней сущностью. Так как она из нее явилась, она к ней возвращается. Но вот все остальное между делом, вот разделение на пять пран, удержание тела, его функции, его рождение, смерть, все это вместе, это все процесс, так сказать, явление в пространстве и во времени. Как только этот процесс заканчивается, прана возвращается к своему источнику. И таким образом, если человек удержал ее как сущность свою, ну, жизненную, то он становится бессмертным. И это бессмертие, оно вне тела? Оно вне тела. Ну, это мы теоретически и так знаем, да, что душа бессмертна. Да, мы знаем теоретически все эти вещи, но практически здесь еще какой-то элемент интересный в том, что прана каким-то образом – это та мощь, которая в теле, тот жар, да, та энергия, которая поднимается ввысь, можно даже представить себе как кундалини-шакти, да, которая ввысь поднимается, и она связывается с высшим существом в нас нерожденным, и тогда человек становится бессмертным. То есть он осознает свое абсолютное бессмертие, как нерожденное я. Он должен переместить свою прану туда. Когда это перемещение, смещение происходит, он осознает свое нерожденное я. Каким-то образом прана связана с сознанием нашим. Да? И с нашей ментальностью тоже. Ее смещение в область нерожденного «я» дает нам новый опыт, да, того, что мы становимся бессмертными в своем собственном самоосознании. Хорошо, друзья, я остановлюсь здесь сегодня, на этом. Мы возьмем в следующий раз четвертый вопрос. Все, тогда я закрываю мантрой. Ом сарве бхаванту сукхинаха, сарве санто нирамаяха,
Sarve Bhadrani Pashyantu Makaschit Dukha Bhag Bhavet Om Shanti 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 Ариом. Все, счастливо. Да, спасибо большое. Пока-пока. Спасибо.